Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и сегодня в этом видео я покажу, как собирается картонный ящик для перевозки пчелопакетов. Для перевозки пчелопакетов пчеловоды используют ящики из ДСП. Теперь в нашем магазине появился картонный ящик для перевозки пчелопакетов, который практически в 4 раза дешевле, чем ящик из ДСП. Картонный ящик для перевозки пакетов состоит из нескольких частей. Первая – это основная часть. Второе – это крыша и две сеточки для вентиляции. Сейчас я покажу, как быстро его можно собрать. Первое – мы берем основную часть и отсоединяем уборы для рамок. Они все выдавлены в картоне, поэтому их легко отсоединять. В этой раскройке есть несколько вариантов упоров для рамок. Если вы используете 4 рамки, вы отсоединяете упоры из этих мест. Если вы используете ящик для перевозки 6 рамок, он находится вот здесь. Его можно отсоединять, можно нельзя. Но сейчас мы отсоединим, чтобы показать, как получится без него. Собираем упоры для рамок. Для этого мы их складываем в треугольник. На упорах есть изгибы. Сейчас я покажу, как их легко собрать. Разворачиваем на изгибы, изгибаем по центру и в пазы вставляем специальные закрепы. Точно так же и второй. Раз, два, посередине. Все выдавлено в картоне, поэтому собирается все легко. Также можно собрать и для 6 рамок. Раз, два. Здесь по центру. Все, наши упоры собраны. Упоры собраны, мы их пока отставляем в сторону, и сейчас в этом месте мы отделяем заклиняющие шторки. Тоже их пока откладываем, они будут использованы в конце. Теперь мы продавливаем вентиляционные отверстия. Они находятся в этих местах. Раз, здесь у нас уже выдавлено, и специальные шторки. Их можно продавливать, можно не продавливать, опять же, по желанию пчеловода. Теперь нам необходимо зафиксировать вентиляционную сетку. Она фиксируется в этом месте. Ну, мы сейчас возьмем скотч, можно клей, скотчем, но более удобно будет. Есть. Теперь фиксируем вторую. Наши сетки зафиксированы и будут крепко держаться. Сетки необходимо крепить внутри ящика для того, чтобы не повредить его от перевозки. Так надежнее. Теперь мы загибаем боковые стенки вовнутрь. Раз, два. И наша конструкция уже становится похожей на ящик. А теперь собираем дно. Здесь поворачиваем, здесь закрепляем. Так. Делаем таким образом. То есть начинаем с дальней стенки. Обязательно, чтобы эти пазы попали на эту конструкцию дна. Здесь тоже поворачиваем.
собираем ящик, делаем за заворот боковой стенки. Поворачиваем дно, нажимаем закрепы и вставляем их в пазы. В этом, смотрите, у нас все углы получились цельные, кроме одного угла. Здесь мы должны его закрепить степлером. Лучше пройтись несколько раз, чтобы было надежнее. Один угол мы закрепили степлером, также можно использовать клей или скотч. Но мы сейчас дополнительно пройдемся еще скотчем, чтобы было еще надежнее. Достаточно 1-2 оборотов, чтобы ящик не распался. Теперь заворачиваем боковые стенки нашего ящика. Для этого делаем изгиб вот здесь и 2 изгиба на упора для рамок, который будет в ящике самом. Здесь выдавлены отверстия для рамок, то есть для использования при 4 рамах необходимо начинать не с первого клапана, а со 2. Если вы хотите 6 рамок использовать, соответственно, вам необходимо начинать разрезать с этого места. Так, теперь загибаем. Вот это очень важная деталь, и ими необходимо попасть в паз. Загибаем. Попадаем в пазы, которые здесь отведены. Попадаем в пазы и делаем упор для рамок. Вот такой вот. Так, еще раз показываю. Мы делаем для 4 рамок. Первое — это пазы. И упор для 4 рамок. Попробуем вставить рамки. Дальше мы достаем упоры съемные для рамок и закрепляем их для перевозки. Теперь ставим вентиляционные шторы. Открываем такие импровизированные дверки. Здесь тоже есть специальные пазы. И вставляем закрепы. Получается у нас такая защита, чтобы при перевозке не пробило стенку и пчелы не вылетели. Еще раз. Раз. Два. Теперь собираем крышу для нашего ящика. Здесь все очень просто. Просто сделаем изгибы. Подворачиваем. И несколько раз скрепляем степлером.
Все, наш ящик для пчелопакетов готов. При необходимости можно еще один раз закрепить скотчем. Крышка отлично садится. И вот такой вот получается ящик для пчелопакетов. В принципе, некоторые пчеловоды еще могут использовать ее как роевню, и, то есть ловушку для поимки роев, или как временный улей для того, чтобы посадить отводок перед пересадкой в большой улей. Этот ящик поставляется в нашем магазине в разобранном виде. Сделан он из трехслойного картона Т23 профиль Б. Ссылки на этот товар будут под этим видео, или в нашем магазине можете найти его. Называется он ящик картонный для перевозки пчелопакетов. С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!